Приветствую всех поклонников турецкого сериала «Доверенная». Если вы хотите, чтобы Яман и Сихер наконец-то были счастливы вместе, ставьте лайк, и мы увидим наше число. Яман впервые осознанно пытается держаться подальше от Сихер. Но она будет за него бороться, потому что она видит его доброе сердце, которое скрывается за суровым внешним видом. Из-за страхов прошлого Яман боится признаться себе в том, что ему нравится Сихер. Он не хочет ей навредить, поэтому сторонится ее. Пока пара разбирается в своих чувствах, Аксак и Камгез ополчились против Ямана, чтобы ему отомстить за прошлое. И теперь жизнь Ямана в опасности. К тому же Зухаль вместе с Кикбаль тоже не могут успокоиться, пока не заполучат желаемое. Для одной сестры целью является наследство, а для второй – сам Яман. Ямана и Сихер ждут сложные дни, но благодаря их любви они преодолеют все трудности. У Кира снова проблемы из-за ее невнимательности. Хотя она уже сталкивалась с подобной проблемой, это ее так ничему не научило. Благо, что рядом всегда есть Али, который готов ее защитить и поддержать. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик.